Как тут можно было? Оп! Окей, ребята, привет, я Дима, и Кепел возвращается в GTA 5 онлайн. Со мной вместе будет играть мой друг Андрей, он же, конечно, он прозрачный, весь из себя едет такой с копами. Здорово. Всем привет. Привет. А чё это? Необычная гонка какая-то или обычная? Необычная. А, уже чё, не видишь? А, вот теперь вижу. Бляха, еще все врезается нахрен. Ну, конечно. О, конечно, здорово. Я с тобой. Сука. На. А, черт, что ты сделал? Не в ту сторону. А как это какое? Ой. Возродиться в последней контрольной точке. Не-не-не-не-не. То, что обычно горит вулкан, это вообще ничего, считай, не происходит. Господи, что при... Знаешь что, я не понимаю вообще, как, почему я не играл раньше в это. Да, я проехал, нихера себе. Ты там где? Сзади тебя прям. Уже не спустился. Ух, ты куда там толкаешься? Награда рождена для полета. Да я вообще царь полета. Царь помета. Второй круг пошел. Кто-то еще на первой петле не может проехать, понимаешь? Блять! Без мата никак, ребят. Хотя нет, надо без мата. О, да! Все, я уже просек эту игру. Я уже знаю, что да как. Ах ты пёс. Я ж говорю, я просёк эту игру. Толкается он. Я, кстати, не понимаю, почему ты проиграл в этой борьбе, а я выиграл. У нас одинаковые машины и толкались мы одинаково. Я тоже не знаю, мне тоже интересно. Просто столкнулись, ты почему-то развернулся, а я вот дальше поехал. Очень странненько. Я, кстати, первый, нихера себе, слушай, я победил. Я поэтому тебя и хотел обогнать. Ай, победитель по жизни просто, ты смотри. Нет, да очень посложнее, что-нибудь такое, что-нибудь. Да. А че, вы улетели вниз? Я не улетел, вы улетели. У меня вы улетели, а я стою в воздухе справа. Нет, вы улетели, я стою. Да ну не ври ты, слышишь? Я тебе скриншот сделал. А ты ролик заснял. Я тебя в ролик заснял, говори. Я тебя... Здесь бесконтактно, если че. Да, я заметил уже. Господи, что происходит? Что происходит? Почему я лечу вниз? Фак. А, господи. Я упал. Было оп. Как? Как это произошло? Как у меня это получилось? Я не знаю. Конечно. Я на прямой дороге. Кажется, кто-то первый из трех. У меня камера не вертится. Я вижу постоянно свой, блин, бампер. Текстуры включу. Я, походу, на очень далеко от вас уехал, да? Чего за изи? Чего происходит? Че за изи? Я где-то в жопе там еду, говорит, че за изи? Ну там как бы один сложный момент и все. Так а почему-то ты сзади нас? Не знаю, почему я сзади вас, если я спереди. Я как бы первый. Или это спереди, или я это вообще не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это, но я первый. Во-во-во-во, сейчас чувствую, прям будет жопно. О! На крыше стадиона. Тише, бляха. Тише, спокойно. О, нормально, на крыше стадиона. Блин, это не та гонка, короче. Да, походу. Там, где ты перепрыгиваешь в воду, да? В окне там, кошки там... трахаются. Да хрен с ними. Все, я первый. Там, короче, вот это прыжок через воду, да? Угу. Там должна быть двойная мертвая петля. Ну вот, что-то, короче, не то. Итак, третья гонка. Давай, погнали вдвоем. Под звук самолета взлетающего. Нормально? Наебалово! Почти поверил, да? Почти. Чуть было не вылетел. Это мы играли обычно, мы играем эти гонки обычно там человек 10, собираемся там. Просто один говорит такой, здесь парни, короче, нужно быстрее разогнаться. Просто 9 человек с этой крыши летят.
Нормальный старт. Мне даже понравился. Ну что ты там опять в хвосте где-то? На 30 лет отстаешь. Бляха! Контрольную точку не проехал. Все. Меня знатно подцепил. А? Что меня неплохо подцепил. Боже, мне если меня еще не кидало, да? Кое-что. Извини. Вот это вот, что больше меня не влезало. Простите, попустите. А че ты быстрее меня, слышь, ну, наустанавливал там на свою тачку? Говна всякая. Это называется воздушный карман. Говно это называется. А не друг. Воздушный карман это называется. Вот где мой воздушный карман? Остановись. Требую воздушный карман. Это дискриминация по воздушным карманам. Знал, что нельзя было цвет менять в машине. Красный цвет, мой цвет. А, я не напрягу. А вот так. Контрольная точка. Давай. Чё, прыгаешь? Допрыгнул? Да. Ба, прям в антенну в бок. О, черт. Нормально. Нормально живем. Мне кажется, в любое это говно врезаться и будет очень больно. Трах-бабл-бах. Трах-бабл-бах я не хочу. Никакой трах-бабл-бах. Господи, какой это пипец, не гонка. Это что вообще? Что кто-то сразу придумал. О, да! Этот прыжок тоже мой! На окна лучше не наезжать, я понял. Ты слышишь, там опять не отстает. Смотрите-ка на него. Сука! Чё быстрый такой? Перелетел тут. Вот, воздушный карман, мне нужен он, только остановись. Дай мне свой карман, дай мне воздуха в свой карман. Только стоять, да. Воздушный карман давай. Говорю, эта зараза, она по-любому поставила на машину какие-нибудь приколюхи. Господи, спари назад. Я тоже промазал. Я вообще одним колесом заехал на трамплин. Так, здесь назад надо давать, здесь мало разгона. Да. Наверное. Зря я на это не поверил, да? Сейчас узнаем. Да не. Нет, хватило. Вот должен. Хватило! Ой, ну да, сполна. Финал! И что это? Сука! Где? Привет! Не финиш, бляха-муха! Попасть! Срочно! Да! А, я шару на всю квартиру. О, это был ад, а не гонка. Ну что, было здорово, ребят, первая серия на этом закончится. Если вам нравится, то поставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну, короче, вы все знаете, со мной был Андрей, он же Коняша. Спасибо тебе, Коня. Коня. Спасибо тебе, Коня. Увидимся в новых сериях, в новых роликах, в новых прохождениях. Помните, сейчас все окей, а дальше круче. Не долетел кто-то.